Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Сидеть на месте, медленно обдумывая планы и решения – это не для них. Обладатели этого имени менее других склонны к внутреннему самосовершенствованию. Эти люди приспособлены к жизни, и вообще все действия владельца этого имени связаны с четкостью. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. У людей с этим именем нет явных противоречий с другими людьми, так что невозможно точно указать даты, когда им следует быть осторожнее. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Буква «К» в этом имени обозначает страсть к выбранному роду деятельности. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Иногда они чересчур беспардонны. «И» сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. В любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственно не брежность. В страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Внутренний мир владельца этого имени очень скрываемый, но слишком богатый, поэтому не стоит думать, что молчание означает недоразвитость. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния. Готовы идти к поставленным целям с любыми путями. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.